С инструментом реноватор. Существует множество причин, по которым необходимо сделать отверстие в стене. Обратите особое внимание на розетку. Прямо за стеной может быть провод, который можно повредить. Вы просто делаете врезной проход прямо в панели. Реноватор — идеальный инструмент для таких работ. Вы легко контролируете глубину разреза. Толщина большинства панелей 13 мм. Вы почувствуете, когда разрежете ее. Делая это другими инструментами, нужно надавливать, и разрез может получиться слишком глубоким. С другой стороны стены могут быть провода, а имея реноватор, у вас...